Отвяжи моего коня. Ща. Лясики прогреем и на работу поедем. Ну они прикольные, мы сейчас на них прокатились, ход у них легкий-легкий. Звездочки в задней втулке, генератор в передней втулке. Да. Тут, короче, все малые люди гоняют на таких вот лясиках, они вообще не заморачиваются по этому поводу. А что, у тебя такой ключ? Не знаю. Вот такой ключ. У них велосипед здесь это средство передвижения. Как автомобиль. Пиздец, короче, сходили мы на работу, то есть и пешком, походу, пойдем. А ты вчера закрывал? Алло. Все, гуд. Вот так вот мы с Вовкой едем на работу. Первый раз на лесопедах. Честно говоря, хрен знает, куда мы едем. Это уже второй поворот, на который мы пытались повернуть. Такой легенький дождик у нас идет. Вовка, нравится тебе в дождик ездить на велосипеде? А ну пилим. Блин, конечно, запах такой просто цветами пахнет. Я вообще офигеваю. Запах очень классный. Блин, а нам через реку-то нафиг не надо. Слышь, Вован? Едем обратно. Или а вон туда можно завернуть, слышь? Поехали туда. Короче. Мы потерялись. И куда нам ехать, мы не знаем. Там какие поля. Зелень зеленая. Сегодня вот только погодка фиговая. А велосипеды теточка нам дала. Мы на них приехали. Вот. И там рядом с отелем у нее гараж есть. Гараж, в котором даже ворот нету. Просто гараж без ворот. Мы так удивились, типа, как так-то? Она, ну вот, не, ну, говорит, вы тогда, если вы, типа, переживаете, пристегните велосипеды этим самым, ну, замками. Я, нифига, у нас пристегивай, не пристегивай, уперли бы. Вова, куда мы едем? Налево поехали. Такая вот у нас красота по пути до работы. И лесом, полем. Я даже не знаю, сколько нам ехать, но по ощущениям, вот мы на машине ездили по трассе, как от Нарвы до родника. Примерно так. Ну, я понимаю теперь, почему здесь люди ездят на таких вот велосипедах. Они выглядят, конечно, и убого, но у них очень легкий ход. Ты просто едешь и все, даже не запаривай. Какие-то студенты. Есть. Давай доедем до конца. Здесь у нас с Володей дикое подозрение, что приехали мы таки не туда. Поехали. Есть два варианта, Вова. Либо мы пилим обратно, либо мы пилим по этой дороге дальше. Может быть, он нас выведет к заводу. Но я один раз так уехал. На машине. На полдня в лес. Зато красиво, смотри, как, какие тут качели. Не, ну так-то, конечно, это вообще не наша вина. Нам сказали, возьмете велосипеды, доедете до речки, а за речкой повернете налево, на велосипедной дорожке. Мы повернули за речкой налево, на велосипедной дорожке. Ехали по дорожке. Дорожка кончилась. Вот. Мы свернули направо. В лесочек. И лесочком выехали на смежную дорогу. Там уже такая побольше. По которой вот мы сейчас едем. И по ней поехали. У нас собака тоже закончилась. Все, Вова виноват, между прочим. Поехали. В смысле, от этого самого? Ротенбурга. Уже. А в общем счете уже километров 12 намотали, блин. Ну мы хотя бы мы выехали к трассе.
к тому месту, которое нам было знакомо. То есть мы помним, что мы тут проезжали на машине. Лесами, блин, полями. Запах такой. Вот если там цветами пахло, то здесь мы едем через это тут рядом с лесочком. Это же не знаю, как сказать-то. Грибами, блин, пахнет. Реально грибами. Вот как когда ходишь в лес за грибочками, вот такой вот запах. Реально крутой запах. О, Вован, я вижу завод. Слышишь? Отогнать Вован. В общем, нашли мы наш завод. Доехали такие. Время почти 9 уже. Долго мы работают с 7. Да, они работают с 7. Долго мы проковырялись. Вот такие тут машины. Твердых тачек тут я, если и вижу, то вижу очень редко. Все простенькие. Бюргеры но деньги... очень-очень в хорошем состоянии. Бюргеры деньги экономят, ездят на всем, что движется. В большинстве на велосипедах, даже вчера хозяйка гостиницы нам сказала, что это... Мы ей сказали, что это полезно для здоровья, а она сказала, что это no money, потому что не надо заправлять бензин. И потому что на машине ехать 10 минут, а на велосипеде, на велосипеде 2, 2 минуты. Но у нас все наоборот получилось, потому что мы не бюргеры. Но мы учимся. Мы честно учимся. В общем, завод где-то от города 4,5 километра. Вернее, от отеля, от города 3. Ну, в общем, 5 километров. 5 километров до отеля, да. Два раза в день. Полезно для здоровья. Еще вечерком поедем погоняем по городу, да? С пользой для здоровья. Все.